Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова. Со дня основания университет выпустил свыше 60 тысяч специалистов. Многие воспитанники вуза стали выдающимися преподавателями, учеными, организаторами производств, конструкторами. Их имена известны. Это выдающийся военмеховец Владимир Федорович Уткин, создатель ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет, среди которых знаменитая СС-18 «Сатана». Это его брат Алексей Федорович, конструктор ракетных стартовых систем. Это Дмитрий Ильич Козлов, главный конструктор космических ракет и спутников. Это космонавты Георгий Гречко и Сергей Крикалев, гордость БГТУ. И многие-многие другие. В БГТУ обучается свыше 5000 студентов. В университете реализуется многоступенчатая система высшего профобразования. БГТУ имеет 9 дневных факультетов, большинство из которых имеют вечерние отделения. Факультет военного обучения. Свыше 40 кафедр и более 35 специальностей с большим количеством специализаций. В структуру университета входят 4 института. Институт ракетно-космической техники, на факультете авиа- и ракетостроения и на аэрокосмическом факультете готовит специалистов для работы в областях ракетостроения и космических летательных аппаратов. Выпускники этих факультетов овладевают уникальными специальностями, что открывает для них широкие возможности по реализации приобретаемых знаний и умений. Институт систем вооружения занимается подготовкой студентов по всему комплексу специальностей в области артиллерийского, стрелкового оружия и боеприпасов. На одном из старейших факультетов оружия и системы вооружения студенты учатся создавать артиллерийско-ракетные комплексы нового поколения. Институт готовит дипломированных специалистов по новейшим системам лучевой энергетики, технологии 21 века. БГТУ «Военмех» проводит обучение лазерной технике и технологии. Студентам прививаются перспективные навыки по лазерной технологии, которые на современном этапе научно-технического прогресса требуют глубоких знаний и научного подхода. Институт систем управления выпускает специалистов в наиболее востребованных сегодня областях: информационные технологии, мехатроника, робототехника, качество и стандартизация. На факультетах информационные и управляющие системы и мехатроника и управление, наряду с классическим инженерным образованием по наиболее востребованным в современной промышленности направлениям, студенты могут получить дополнительное образование по компьютерным технологиям в экономике и бизнесе, защите информации и безопасности, иностранным языкам. Институт международного бизнеса и коммуникации имеет 3 факультета. Факультет международного промышленного менеджмента, гуманитарный факультет, факультет прикладной лингвистики и международной коммуникации. Основная задача ИМБК – это подготовка специалистов международного уровня по экономико-управленческим, гуманитарным и информационно-лингвистическим направлениям. В институте внедрена и успешно применяется система бизнес-образования, позволяющая выпускникам получать дипломы международного уровня. Балтийский государственный технический университет имеет обширные международные связи. Студенты и преподаватели проходят зарубежные стажировки. В 2000 году в ходе визита в Санкт-Петербург премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг посетил БГТУ «Военмех», где дал высокую оценку российско-норвежской программе MBAE. «Военмех» всегда славился своими научными разработками. Университет входит в 21 век с новыми перспективами научных исследований, внося вклад в дело развития обороноспособности страны. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, вот, и всегда считаем, что девизом нашей жизни является «Военмех лучше всех».
Балтийский государственный технический университет – это фундаментальные знания. Это традиционно качественное высшее образование. Это новейшие специальности и перспективные технологии. Это, безусловно, успешная карьера. Это возможность получения дипломов второго и третьего высшего образования. Это научный потенциал, аспирантура и докторантура. Это всемирно известная марка. Это трамплин в будущее.